Я задала Джастину на самом деле вопрос, который у меня возник в начале, когда Джастин говорил о том, что мы все соединены, мы должны друг друга любить. Но я очень часто вижу комментарии людей, что они пишут, говорят нам, у меня босс, у меня соседи, у меня муж, они постоянно все жалуются. И я спросила Джастина, что они могут сделать для того, чтобы начать чувствовать эту любовь к людям. Ну вот. И Джастин сказал, что вы погружаетесь в медитацию и начинаете видеть бело-голубой свет, который есть внутри вас. Это как обозначение Бога. И точно так же вы видите бело-голубой свет внутри другого человека. И вы соединяетесь этими голубыми светами. То есть таким образом вы чувствуете соединение и чувствуете любовь друг к другу в медитативном состоянии. И он сказал, что постепенно, практикуя это во время медитации, будет возникать те же ощущения и в живом, ну, в реалиях, в реальности, в живом мире, ну, в физическом мире. Okay, so if someone thinks that their boss is really bad, they should start imagining connecting with blue lights during the meditation. Absolutely, absolutely. In our energy circle, which is a meditation support group, we have many of our graduates who have done exactly that. Угу. И я еще раз уточнила Джастину, то есть если кто-то думает, что, например, ну, вообще не нравится человеку босс его, да, начальник на работе, что нужно ли тогда делать эту практику во время медитации, просто соединяться вот этим бело-голубым светом, и он сказал, что да, и очень многие из их выпускников проделывают те же самые визуализации с, ну, с людьми, с которыми у них, может быть, проблемы или неприятности. When these people are able to perceive the love process in their meditation, all of a sudden they start seeing good things in the other person, they start to react in a different way, and the person starts having more influence on the other individual rather than to have the boss having an influence on the other person. Mm-hmm. So I lost the thought in the middle. So they influence. Yes, sorry. Well, if so you can form in your mind, it will come into existence in the external world. But it must start here. Mm-hmm. Джастин говорит, что если вы можете увидеть эту любовь, это соединение во время медитации или в своем разуме, то это обязательно выйдет наружу и проявится во внешнем мире тоже. Но нужно начинать со своей головы. Mm-hmm. The question is, do you want to build a loving relationship with the person? That's the first question. So, but what is the answer is no. What is it, ego or what? Or it's the... That's a person saying, I want to be unhappy. I'm going to make a choice to be unhappy. Ага, easy, okay. Я, но Джастин говорит, но самый главный вопрос, который человек должен себе задать, хочет ли он создать с этим человеком отношения, основанные на любви, да? И я спросила, а что, если человек скажет, нет, я не хочу с этим человеком, например, дружить? Джастин говорит, это выбор этого человека, несчастливую жизнь. То просто он делает выбор быть несчастливым.